Друзья, напоминаю о том, что 2 часа назад по Одессе был нанесен ракетный удар 3 ракетами. Одну ПВО сбили и 2 ракеты ударили по Одессе. Разрушено много жилых домов в частном секторе. Есть фотографии, возможно, я приложу к данному видеоряду фотографии с места разрушений. Вот. И в Одесской области начали расследовать массовый ракетный обстрел Одессы и районов области. В результате обстрелов получили ранения 3 человека. По данным прокуратуры, никаких военных объектов на данных территориях нет. На фотографиях действительно показываются только дома частного сектора, очень сильно разрушенные. Вблизи не видно никаких военных частей, никакой военной техники. И также показывается многоэтажный дом, в котором повыбивало стекла. Так что вот такие вот новости сегодня в Одессе. Ракетные удары постоянные, воздушные тревоги постоянные. Что будет дальше, неизвестно.